Кинокомпания New Pictures представляет новый проект, связанный с окончанием любимого ремонта. Я все перепутал. Мы посвящаем наш фильм юбилею нашей неповторимой бабани. В связи с сложившимися обстоятельствами, чтобы прояснить ситуацию, компания Dean Pictures решила задать несколько неожиданных вопросов нашим горячо любимым родственникам. Ситуация следующая. Бабаня выходит из дома, ни свет, ни заря, и около ее дома приземляется тарелка с инопланетянами. Как, по-вашему, пройдет встреча? Бабаня упадет в обморок. Она бы сказала: «Привет, меня зовут Аня, а как вас зовут?» Чего они могут бывать и поговорить? За свою прибыль. Ну, они спрашивают, с какой планеты вы прилетели, с Марса, с Луны? Если они выглядят как человек, тогда им скажут привет, спросят, как дела. Откуда вы прилетели? Ну, как вы прилетели? Да будет с ними все время смеяться и разговаривать. Хороша ли жизнь на Марсе? Какой планеты? Ну, все равно потом разговор свернет на архитектуру. Конечно, об архитектуре. Аня захочет показать им свои достижения в области архитектуры. Как вот вы здесь дома создаете? А может, я там построю дом для всей семьи? Какие у них дома? Для моих внуков, правнуков и тебе. Потом покажет окрестности. Как здесь вообще люди живут? В каких домах, какие застройки. Построить дом им на нашей земле. Как у них идет строительство. Ну, они специально прилетели, они знали, куда идти, чтобы пообщаться с бабами на тему дизайна. Прилетели, чтобы попросить у них сделать им на дом. Какие у них строения. Внутренний дизайн. Они говорят, да мы там лепим без пластилина. Там. Фэн-шуй. Что это за коробка, в которой она живет? Она называет ее дом почему-то. Профессиональный такой разговор. Самое важное, это чтобы она им готовила пирог. Спросят, откуда они прилетели. Но они спросят, как добраться до, не знаю, до первого, где есть еда. Пригласят все домой. Ну вот холодильник. Сядут покушать. Какая там у них атмосфера. Спросят, наверное, что это за место. Чем тут занимается. Что растет, что строит. Мама захочет с ними поехать, может быть. Они спросят ее, как дела. Накануне дня рождения Бабани вы попали в магазин волшебных подарков. Что бы вы для нее приобрели? Очки. Чтобы ее глаза не утомлялись, и чтобы она могла работать столько, сколько ей надо и сколько ей нужно, и чтобы они ей помогали делать хороший проект. Биоробот такой. Робота какого-нибудь. Робот-уборщица. Это будет такой робот квадратный. Планета Железяка населена роботами. Капитально убрать квартиру. У меня там полная функция, может одновременно готовить, вытирать дом, делать ани-массажи и проектировать его проекты. Придумала, да, чтобы это сразу проявлялось в готовом виде. Он ее научит плавать, чтобы она получала от этого удовольствие. В бухгалтерии работает и занимается местами, и, короче, все место не делает, чтобы она была в полном релаксе. Как вот на таком экране прозрачном, когда вот так вот пальчиком раз, вот так дотронешься, и там уже сразу картинка такая, вот все ее как бы мысли, и все ее проекты, и все ее задумки, чтобы они сразу проявлялись. Но самое главное, он будет робот, ну, на прогулку и в бассейн. Он будет все это очень жестко контролировать. Ну я же просил 400 капель, а тут 402. Чтобы ей было комфортно. Шагомер для того, чтобы измерить расстояние, которое она прошла. Открываешь, там большой огромный дом, который Аня спроектирует сама. И там будут жить все ее близкие, родные, любимые. Цепочка, которую одеваешь, и она такая красивая здесь. Часы. Любое время, когда она захочет, она сможет нажать на такую кнопочку, которая как бы остановит время. Слипер. Это такая штучка, чтобы спать можно 2 минуты и чувствовал, как весь день. Поскольку у нее полно работы. Она не высыпается, до 5 ночи работает. Как только она будет чувствовать стресс. Ну, не до 5, до 2. Нажимаем кнопочку.
все останавливается. Прибор, который бы время расширял, чтобы она успевала как можно больше. Как только она чувствует, ну ладно, все, отдохнул, все, нажимает и все время обратно. У нее такая, что она открывает это и видит там маму, типа дочку Ани. И она видит там маму Ани и те себя тоже. Я бы выбрал для Ани волшебную палочку. Волшебную палочку ей дать. Волшебную палочку, которая притягивает клиентов. Это были прекрасные движения рукой, которые мы изучали. Тогда все ее желания будут сбываться, и все. Это волшебная палочка, она коснулась бы клиента, и клиент уже расплылся, готов платить наперед. Вингардиум Левиоса. Зелье здоровья. К вам неожиданно заявился Джин. С неоспоримыми доказательствами, что Бабаня находится на необитаемом острове совсем одна. Вы можете загадать одно желание. И нельзя желать увеличения их числа. Которое может облегчить ее существование там. Что бы вы загадали? Чтобы этот джин смог ей создать там такую обстановку, чтобы ей там было комфортно пребывать. Чтобы принес тогда все семьи. Не знаю, я это у вас не выйдет! Однозначно! Твои желания исполнятся! Отдыхай! Так, чтобы вокруг нее была ее семья. Ей будет хорошо, когда около нее будет вся ее семья. Я рад видеть вас, господа. Перенести к ней всех близких, родных и любимых. Чтобы она там чувствовала, что она находится в определенном равновесии. Меня никто об этом не спрашивал. Чтобы всем было вместе хорошо. Состояние баланса вот в ее окружении. Свободы. Что он послушал ее мнение. Что угодно. Чтобы он выслушал ее и сделал бы то, что ей надо. Надо, чтобы она была счастлива много лет. Да! Джин, принеси мою бабушку домой. Да, единственное желание будет, чтобы Джин привез Аню быстрее с этого необитаемого острова, потому что мы очень скучаем. Я бы загадал желание у Джина, чтобы вернул Аню домой, чтобы Аня вернулась к себе. Аварийный выход у нас там, везде. Сидя на ковре, не высовывайте наружу руки. Я загадываю, чтобы Аня была в месте, которое там было все то, что ей надо, и было удобно. Чего изволите? Чтобы было легче жить. Просил бы, чтобы он нас взял со всеми нашими вещами и принес к Ане, так как там у Ани есть какие-то проекты, наверное, которые нужны, и типа все на флешку не засунешь, поэтому придется просто весь дом его вместе с нами перевести на остров. Чего изволите? А то с острова к нам это как-то неинтересно. Так чего изволите? Если привезти ее маму туда и дочку туда, она будет довольна. Что угодно. И еще внуки, и все эти. На всю семью. А это еще не все! Чтобы мы туда попали. Чтобы ее семья туда попала. Чтобы ее пребывание на этом необитаемом острове закончилось в тот момент, когда ей захочется вернуться к людям обратно. Спасибо, что воспользовались услугами волшебного ковра. Оставайтесь на местах до полной остановки. Спасибо. До свидания. Счастливо вам. Спасибо. Удачи. Дорогая мамочка, в общем, ты сама разбирайся, как ты получишь все эти подарки и пожелания. Лично я и компания Dean Pictures к ним присоединяемся. С днем рождения. Кадабра, а потом, чтобы снова стало как всегда. Короче, рот закрой, не путай глаза. Меня с небес тебе послал Аллах. Я твой по праву, ты так заказал. Я представитель твой во всех делах. Когда исполнить твое желание, я скажи лишь мне, желаешь ты чего? Пусть будет список твой длинный любой, по три числам, что только и всего. Эхо, сэр Аладдин, уже ты вступил в волшебный круг. Пока я твой, и ты крутой. Я твой самый лучший друг, самый лучший друг. Я твой самый лучший друг, самый лучший друг. Я твой самый, самый лучший.